Европейская эпидемия регулярного использования соляриев для получения искусственного загара побудила Европейский институт онкологии в Италии проанализировать 27 исследований на эту тему. Как выяснилось, с популярностью искусственного загара растет и риск развития меланомы, известного онкологического заболевания, которого еще называют рак кожи. Как выяснили ученые, независимо от вида загара, при длительном пребывании под ультрафиолетовым излучением риск заполучить меланому для людей со светлой кожей увеличивается на 20%. Риск удваивается при использовании солярия в возрасте меньше 35 лет. Все дело в том, что загорая в солярии, можно получить дозу ультрафиолетового излучения в 10, а то и в 15 раз больше по сравнению с полуденным солнцем. Например, на побережье Черного моря в жаркую погоду. Лучшее для нас – это настоящее солнце, полученное в меру. Однако ультрафиолетовое излучение широко используется и в медицинских целях. Пилотное исследование обнаружило, что облучение больничных комнат ультрафиолетовыми лучами убивает 90% и даже более бактерий, устойчивых к лекарствам. Продолжаются дополнительные исследования с целью определить, можно ли ультрафиолетом помочь предотвратить распространение заболеваний на пациентов. Какое солнце выбрать? Искусственное или естественное? Вам решать этот вопрос. Но помните, все полезно в меру. В конце хотелось бы вспомнить интересное высказывание конца 19 века. Совет, которому больше 100 лет. Христианская писательница Елена Уайт писала: «Инвалиды слишком часто лишают себя солнечного света. Это один из наиболее исцеляющих факторов природы», — говорила она. «Уберите ваши тяжелые шторы, откройте окна, уберите жалюзи и наслаждайтесь солнечным светом».